Кухня ЖКХ. В нашей студии эксперт проекта «Кухня ЖКХ» Павел Валентинович Еропкин, генеральный директор УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. Добрый день, добрый день. В управляющей компании часто обращаются жители с просьбой произвести перерасчет за какую-либо услугу. УК «Актив Комфорт» как-то помогает собственникам с перерасчетом? За жителей каждого дома, где были отключения в суммарном времени, превышающие, значит, разрешенный лимит, наша управляющая компания писала требования на перерасчет ресурснику, да, а также оказывала юридическую помощь нашим клиентам в составлении требований к ресурсникам и предоставлении информации о заниженных или там отсутствующих параметров. То есть мы как раз актировали все, сразу же фиксировали, так как у нас все дома оборудованы общедомовыми приборами учета, мы в режиме онлайн наблюдаем показатели какие, как по давлению, по перепаду, есть перепад давления, так и по температуре обратной сетевой воды и входящей, значит, сетевой ресурс. Все это мы видим и смотрим. И тем более еще жалобы поступают. Поэтому, конечно, мы это все мониторили, сразу же готовили акты, свидетельством того, что это происходило, писали это письма, направляли ресурсно-направляющие организации. Эти жители, когда начинали жаловаться, мы говорили, да у вас прямые договора, вам нужно идти напрямую к ресурснику и с них требовать перерасчет. Для этого вот мы вам письмо, которое мы направили, вот акт, который мы, параметров, которые мы засняли, пожалуйста, у вас есть полное основание, мы распечатали, каждому давали, и вперед с песней они шли. Доходило дело, и когда люди не ждали уже этого вопроса, они говорят, нет, все, я иду там чуть ли не в прокуратуру, жилищную, буду жаловаться, дайте мне все документы, и сами шли, писали эти заявления в другие инстанции, не минуя напрямую ресурсников. Что касается следующей проблемы, это, опять же, вот в сегодняшний момент, это перерасчет за неоказанную услугу по вывозу мусора. Ну, здесь вообще ситуация знакома на сегодняшний момент каждому кировчанину. Правительство утверждает, что мусора нет, а жители не только его видят каждый день, но теперь с потеплением еще и чувствуют. Да? В этой связи наша управляющая компания по заявкам о невывозе составляет опять акты. Приглашаем, как положено по закону, мы уведомляем вместе с собственниками этого дома, где есть завал. Ну, естественно, основная тоже сейчас проблема, тема есть. Это перерасчет за грязь в подъезде. Да, это уже как бы наша услуга. И люди недовольны, они приходят за этим перерасчетом, говорят, ну не убирались в этом месте, мы делаем перерасчет. Боремся нещадно с подрядчиками. Если ко мне жители обращаются, уж это прямо больная тема, говоря о том, что там нет уборки. Мы недоплачиваем за недопоставленные услуги подрядчику, во-первых, да, а жителям переставляем перерасчет по их заявлениям. Павел Валентинович, дайте совет людям, которые хотят доказать, что услуга ЖКХ оказана некачественно или не полностью. Фиксируйте этот факт для того, чтобы потом получить перерасчет. Нужно зафиксировать события. За что? Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы, Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.